ЧП в противотуберкулезном диспансере. Из-за пожара в здании эвакуировано 20 врачей. Сообщение о возгорании в лечебном учреждении пришло на пульт диспетчера МЧС в 9 часу утра. Сработала пожарная сигнализация. Пациентов в этот момент в здании не было. В комнатах находился только медперсонал. Эвакуировали 15 человек. А потом выяснилось, всему виной рентгеновский аппарат. Медицинское оборудование замкнуло и вспыхнуло. Силы были направлены по положенному рангу пожара автоматически. По прибытию сил пожарных охраны было обнаружено, что происходит горение в кабинете рентген-кабинета, возгорание щита управления непосредственно рентгеновского аппарата. Было задействовано 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Пострадавших нет, обгорел лишь кабинет на первом этаже, где стоял аппарат. Перепад напряжения, замыкание проводки или неисправность техники. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты.